Приветствую, друзья! Я вновь в Москве, в своем уютном месте. Вчера приехал, расставил вещи, наладил быт. В общем, пока я буду находиться здесь, примерно неделю, а уже дальше посмотрим. То есть, мои планы, цели, они слегка трансформировались, потом об этом поделюсь. Но самое главное, я бы хотел рассказать о своем опыте, который прошел вчера ночью. Это был для меня новый опыт в том плане, что я ночевал при холодных температурах, то есть на улице было 0 градусов, здесь плюс 1 градус, а у меня, где я спал, было плюс 2 градуса. Конечно, эта температура неприемлема для нормального функционирования тела, но тем не менее, для меня это был колоссальный опыт. И я понял возможности своего организма, как он адаптируется. Это не было каким-то испытанием, иначе бы смысл так себя этот. Выручила несколько одеял, теплая одежда. Конечно же, мне было где ночевать, то есть у брата дома, у них уже квартира комфортная, все как положено. Но, почему мне здесь именно хочется? Потому что здесь у меня уже налажен быт. Здесь уже привычно. Также это смотивировало меня с утра взять, одеться по-спортивному, наушнички и выйти на пробежку, позаниматься на спортплощадке. То есть то, чего я не хотел и не планировал делать, но внутри всегда об этом желал. Но по факту была лень, неохота. А тут вот тебе холод и хорошую мотивацию дал. И я пошел, позанимался. И вот недавно пришел, сейчас доволен. Эта холодная ночь, она была всего одна, так как далее уже будет плюс 5, плюс 6 градусов, а это уже, ну, относительно того, что я 0 при 0 градуса здесь комфортно был, то 5-6 градусов это вообще будет Ташкент. Но это на улице 5-6 градусов, а здесь будет где-то, ну, плюс 8 градусов. Нормально. Так, здесь, правда, еще здесь ремонт еще же не завершен, нету источников тепла, и поэтому так, выручает вот эта печка, чисто руки погреть, если когда нужно, там обед приготовить. В общем, двигаемся дальше, чуть позже я поделюсь о своих планах, целях, там посмотрим, что...